1 июня мы отмечаем Международный день защиты детей. В этот же день стартуют и долгожданные летние каникулы. Сегодня мы решили узнать, где и как будут отдыхать ульяновские ребята. Младший будет отдыхать в лагере с английским уклоном. Где-то у нас здесь не совсем недалеко. Точнее, не могу сказать, супруг занимается. Вот. И потом, наверное, ближе к августу мы поедем куда-нибудь отдыхать на море. Вот примерно такой график. В июне здесь, пока здесь. На тренировке, пока еще тренировки по карате у нее не закончились. Вот такой примерный план. Мы поедем на дачу, а потом на море, да, Илья? К бабуле поедем на первое время, а там определимся дальше. Мои братья двоюродные были на Кипре. Поеду в Турцию отдыхать, чтобы посмотреть больше мира, сравнить, где лучше. Сколько братишкам лет? 5 и 7. У меня дочка совмещает в этом году. Она едет отдыхать и... Нет, точнее, едет и отдыхать в том числе, но в первую очередь они будут выступать. Они едут с коллективом в Сочи. Этим летом он уже, к сожалению, будет работать. Он уже закончил учебу и теперь будет работать. У моих внуков есть родители, и это уже их проблема. В свое время, куда должны были ехать мои дети, решали мы с мужем в нашей семье. Поэтому карт-бланш им. Если нужна какая-то помощь, особенно моральная, поможем. Ну, родители озаботились о моей внучке. На юг едут отдыхать. Они едут. И лагерь куда было? Забыла. Где-то на юге. Туапсе. В деревне будет отдыхать. С бабушкой, с дедушкой. Город очень хорошо озеленяется. Площадок много детских новых. Поэтому можно и в городе остаться. Можно и куда-то на дачу поехать с удовольствием. Поедут в Анапу отдыхать. Мы еще пока не планировали, но на дачу точно поедем. А пока еще не знаю куда. Он еще маленький, 4 года. Ты хочешь на дачу поехать? Ну, говори. Да, не знаю. Ну, как не знаю? На даче тебе нравится? Да. Волга есть? Да. Купаться будем? Да. Плавать будем учиться? Да. Ну, все, у нас все приспособления уже есть. Круг, на рукавнике, так что готовы к летнему сезону.